Рекордное уменьшение банковских депозитов зафиксировано в Молдове. За последние 3 месяца люди сняли со своих счетов более 6 миллиардов леев. Эксперты уверяют, что это не проблема для банков, и остальные вклады находятся в безопасности. Просто паника сыграла злую шутку с самими вкладчиками. Они потеряли проценты. Более того, специалисты уверены, что за несколько месяцев люди вернут свои деньги на счета. Экономический и финансовый эксперт Вячеслав Ионица сообщил, что в Молдове произошло рекордное падение банковских депозитов. Такого большого вывода денег со счетов не было даже после кражи миллиарда. Тогда люди забрали с депозитов 1,5 миллиарда леев, а сейчас в 4 раза больше. Care a scăzut cu 6,2 miliarde de lei. Nu este mult, deci vreau să spun, nu trebuie să fie nici o panică, dar totuși a fost un lucru care băncile trebuie să-l gestioneze. Expert уверяет, что банки легко справились с этой ситуацией, поэтому денег сейчас у них достаточно. Есть излишки ликвидности. Noi avem un surplus de bani, de lichidități în sistemul bancar de peste 33-34 de miliarde lei. Altfel spus, volumul de bani care îl avem noi în bănci este mult mai mare de creditele care le iau agenții economici. Băncile pur și simplu n-au ce face cu banii. În acest motiv 6,2 miliarde lei este 20% din surplusul de lichidități. Люди, которые забрали свои деньги с депозитов досрочно, потеряли проценты по ним. По оценкам Ионицы, в целом по стране из-за потерянных процентов люди лишились десятков миллионов леев. Când s-a început criza, cei care și-au retras banii au fost oameni responsabili, deci oameni care țin banii la termen. Deci oameni au retras banii care țineau la dobândă. Banii care stau fără dobândă sau fără lucru în bancă, eu îi numesc banii morți sau depozitele moarte, practic au fost, tot s-au redus, dar nu semnificativ. Cea mai mare parte a banilor care au fost retrași sunt banii la dobândă, 3,2 miliarde lei. Chișinăvții по-разному относятся к ситуации на финансовом рынке. Одни понимают тех, кто поспешил забрать деньги из банка, другие считают, что не стоит сейчас трогать свои вклады. Там есть гарантия, то, что они не сгорают. И все. И мне, например, лежит какая-то сумма, я ее не трогаю, пусть себе лежит, все спокойно, все нормально, все будет хорошо. Потеряли проценты, но люди разные есть, конечно, паникуют многие, то есть это их право, но что делать, так оно. Такие времена. Во всяком случае, я не побежала и не снимала. Забрали, война, боятся люди, ну что тут такого непонятного. Поэтому нестабильность, она всегда рождает трусость, боязнь. Кому это надо рисковать? Будет мирное время, будет хорошо. Înseamnă că lumea își face griji, că se întâmplă ceva cu sistemul nostru financiar, bancar. Некоторые кишиневцы считают, что с депозитами вообще не нужно иметь дело. Не из-за рисков потерять деньги, а потому что это невыгодно. Наш гандикум инвестиск мы эффективны. На депозите, де факто, ты перс бань надо кштить. Pentru că inflația e mai mare decât însăși procentul de depozit. Sunt multe criptovalutele, chiar asta se deja investiții mai extremale, adică mai așa. По прогнозам Вячеслава Ионицы, через пару месяцев объемы депозитов в банках восстановятся. După cum am spus, la sistemul valutar am să revenim undeva peste 2 luni, exact așa și piața depozitelor, cred că peste 2 luni vom reveni și vom vedea că după cum oamenii și-au scos din banc 6 miliarde lei, exact așa în 2 luni de zile îi aduce înapoi, unicul rezultat care este... Всего на депозитах в банках Молдовы лежат около 80 миллиардов леев.